Всем привет еще раз. Сегодня 11 сентября. Вот Короджо 99. Не знаю, как правильно. Я думаю, что это G, наверное, это G пишется, или как читается. Короджо. Я так думаю. Ну, слышал, Короха называют вроде как. Я не спорю, мне лишь бы вкусный был. Вот его сейчас ломаю. Так ничего, лист у него. Ну, такой скрюченный, как его. Неудобно будет, наверное. Тут два ряда его. Тут я уже немножко подломил. Такой, да, неплохой лист. Вот он. Он как... Не знаю, как... Картон, да? По размеру тоже не маленький вроде как. Где-то 50, наверное. 55, может, но не сильно широкий, но такой плотный, очень плотный, прямо бугристый. Вот его навешивать, его, наверное, притомить надо сначала, чтобы он помягче, или а то он как-то вот полукругом вот. Его ж будешь нанизывать, он, не знаю, как он, поломается, наверное. Надо притомить, чтобы он мягкий был, наверное, так. Но его по-любому притомить надо. То, что он зеленолист, это сигарник. Хотя, хоть он и желтый. Тут, ну, не везде, я смотрю, желтый. Тут некрозы где-то. Ну, так уже белые пятна, ой, желтые пятна где проступают. Так-то он вроде видно, что пососпел. Ну, а эти зеленые уже тут не вариант, чтобы они созрели. Только какие-то спелые. И вот тут один в тенечке стоит, не знаю, у него только низы. Ну, не знаю, это посмотри уже. В общем, как-то так. Всем вкусного дыма и всех благ.